Здравствуйте, я Геннадий. Вот хочу зарегистрировать себе кошелек Якупай и заодно вам показать, как я это буду делать. Вот. Вот, открываете по ссылке, заходите на такую страницу. Вот здесь вверху нажимаете вот сюда «Регистрация». Вот форма регистрации. В первой графе пишите email адрес. Потом пишите пароль. Пароль пишите цифры, большие, маленькие буквы, все на английском. Так, у меня английский стоит, английский. Повторяем пароль. Блин. Я не так сделал. Повторяйте. Дальше пишите пин-код, 5 цифр. Повторяйте пин-код. Выбираете цвет. Я выбираю красный. Вот, надо вбить сюда капчу. Если непонятно, нажимайте вот здесь на стрелочку, выбирайте то, что вам было понятно. Вот, вот это вроде нормально. Блин, что тут? Не, что-то... 8, что-то. 8. К. Точка, что ли. Ставите галочку вот здесь. И нажимаете «Сингуп». Все, регистрация прошла. Вот здесь пишут «Успешно». Проверьте вашу электронную почту. Идем на почту. Сейчас войду я в почту. Вот, зашли. Пока письма нету. Ну, надо спа посмотреть. Может, спа пришло. Так, еще. Спами. Что-то письма пока нет. Входящие. Вот появилось мое письмо наконец-то. Я перезагрузил страницу. По новой входил в почту. Вот, для завершения регистрации надо пройтись по этой ссылочке. Проходимся. Вот, вход. Вставляем email адрес. И пароль. Показать оригинал. Пароль, сейчас будет не ошибиться с паролем. А, большую букву, маленькие буквы. Блин, опять ошибся. Нажимаем Next. Неверное имя пользователя. Нажимаем следующий. Блин, что-то не хочет давать. Ну что ж, друзья, наконец-то я вошел с большим трудом. Пришлось запрашивать пароль. После запроса они еще пин-код, вот который вводил, для подтверждения. Мне я набрал тот же самый пароль. По новой оставил этот же самый пароль. Вот, и тоже помучился минут 5. Вот только-только сейчас вошел. Вот теперь здесь дальше идет другая форма регистрации, продолжается. Это вот, когда зайдете, вот такая форма регистрации будет. Вот я сейчас ее заполнять буду. Поэтому я пока на паузу поставлю.
чтобы время не терять. Потом я вам покажу остальное, как дальше что будет. Вот. Ну что, продолжаем. Вот открывается, попадаете сюда. Здесь вы сразу вот ваш кошелек в евро, в долларах. Ну вот здесь секретный вопрос пишите. Я писал животное, через переводчик здесь нету. И ответ ставите. Себе, естественно, запишите. Потом личную информацию пишите. Здесь вот в первой графе пишите. Имя, фамилия, место жительства. Вот здесь адрес ваш пишите. Русская Федерация, город Москва. Ну вот здесь еще стат есть, но она не обязательная форма, потому что не красная. Я не стал писать. И вот здесь номер телефона свой пишите. Вот здесь внизу выбираете время. Сколько вы время будете, когда зайдете сюда, что автоматически он может закрыться. 15 минут, час. Вот. У меня стоит вот здесь 3 часа. Ну, 1 час. Я поставлю на час. Потому что с проблемами, вот, с паролями, с теми, время будет уходить много больше, и может, когда и 15 минут. Ну, вы ставьте, мой совет, 15 минут, потому что зашли, вышли, я не знаю. Либо час ставьте, я вот на час поставил, и подтверждаю. Вот. Что дальше? Все. Информация, редактирую, все, я подтвердил. Конвертация валюты, вот здесь баланс. 0,0 евро стоит. Вот, общий баланс. Вот. Вот здесь платить, кошельки, депозит, изымать, профиль, купец. Вот здесь разберетесь. Вот первый, допустим. Платить истории. Вот здесь, но истории у меня ничего не будет. Платить, что там платить? Сейчас посмотрим. Познакомимся хоть с сайтом. Вот, доллары США, евро. Ваш кошелек. Вот он, мой кошелек. Это, значит, мой e-mail адрес. Это мой кошелек. Вот. Сумма. Вот это. А, вот это значит платить называется. Вот здесь первая графа. Вот первая отсюда, когда основной, потом вот здесь вторая платить. Это значит, вы можете перевести деньги. И в этот же кошелек, у кого есть Викупай, вот здесь, ну и ставите там подарок, спасибо, или просто в евро, или вот выбираете сумму, здесь ставите сумму и переводите, вот здесь электронный адрес пишите, если там кому-то хотите из своих знакомых перевести. Вот это кошельки. Второй кошелек, это значит вот обзор, сколько денег у вас есть. Вот передача, конвертировать валюту, передача. Депозит, вот Payza, OkPay, немедленно создать аккаунт, это если у вас нету, аккаунт создать в OkPay и в Payza, 2 рабочих дня, но у меня есть, я создавать не буду, вот, изымать это сумма платежей обработана, перевод платежей, это вот в Payza, если переводить. Вот. Кошельки. Ну, разберетесь тут. Самое главное, вот зарегистрировался я, все нормально. Да, еще вот как входить, там надо будет логин. Имею в виду, с этого сайта, вот с которого регистрируетесь, не войдетесь. Это надо другую какой-то искать для входа. Потому что я пытался ставить, там даже входа не нашел. Ну ладно, это найду. С логином вход в поисковике можно набрать. Вот, ну что, так более-менее прошлись, добро пожаловать, вот здесь билеты, что за билеты, давай посмотрим. Низкий, средний, выбрать файл, размер файла, вот, купец, что за купец. Вот здесь для бизнес-пользователей написано, повышение счета. Основную. Ну вот у нас основной. Но мы повышать не собираемся. Профиль. Ну это все мои данные. Изымать. Депозит. Тип. Электронный перевод денежных средств. Вот здесь Payza написано. Что значит у нас Payza? Во! Здесь Payza или вот только Pay написано. Видите, это вы можете деньги вывести отсюда туда. Вот здесь пишите. Вот здесь вам мой кошелек. Сумма. Сумма. Платежные реквизиты. Подтверждение. Евро USD. OkPay. Сейчас посмотрим, что OkPay пишет.
Ваш кошелек. А если у меня другой, там уже e-mail, значит, менять надо, да? Вот. Вот. Опа, что я там понажимал? США, евро. Основной. Что основной у нас? Ну, это день регистрации. Ну, в принципе, все. Вот я выхожу. Вот, вышел. Вот вот эту страницу, когда выйдет, ее запишите себе. Ну, имею в виду, скопируйте куда-то или в поисковик, потому что вход с регистрационной формы там не найдете. Вот, где, вот отсюда, если уйдете, потом трудно найти. Вот мой совет просто, когда выйдете, вот это скопируйте и куда-нибудь себе блокнот, чтобы можно было входить. Ну, входить как, допустим, вот, ставлю сюда, как входить, вот, в браузер ставите, логин повторяете, вот, вошли. И также все ссылочки, которые у вас есть, реферальные ссылки, через поисковик ставите, через поисковик, он не открывает на того реферала, на кого хотите зарегистрироваться. Это вот в будущем, если кто не знает, делается вот так. Вот. Открываете любую строку, ссылочку копируете, вставляете реферальную ссылочку сюда. Вот. Вот здесь она повторяется. И все, и открывается. Любая реферальная ссылка так открывается без проблем. Это на будущее, если кто этого не знает. Всякая хитрость, мелочь. Вот такие вещи. Вот, вот, например. Вот. Ну ладно, все, до свидания вам. Успехов. Все, регистрация прошла отлично. Желаю, кому надо, пользуйтесь, интересуйтесь. Успехов вам. До свидания.